В связи с ремонтными работами по проспекту Ивана Яковлева в столице Чувашии схема движения троллейбусов номер 2 и номер 9 вновь претерпела изменения. С 14 сентября они будут ходить по новому маршруту. Основным изменением в движении обоих маршрутов станет поворот с проспекта Яковлева на проспект 9-й пятилетки и Эгерский бульвар. Таким образом, движение двойки будет по проспекту Яковлева, проспекту 9-й пятилетки, улице Айзмана. Конечной остановкой станет улица Розы Люксембург. 9-й маршрут пойдет по проспекту Мира, проспекту Яковлева, проспекту 9-й пятилетки, Эгерскому бульвару, улице Ашмарина. Более подробную схему изменений можно посмотреть на сайте администрации.